Привет! Сегодня будет видео мои... Что я взял в библиотеке. Первое, это вот такая вот книга Артемис Фаул. Вот. Вот у нее тут такое оформление. Вот. С такими, как бы... Ну, тут написано всякие... Если я сфокусирую. Вот. Вот тут внизу такое оформление. Вот. Такая книга, и тут это написано, что она из себя представляет. Если хотите почитать, вот, что она из себя представляет, оставьте на паузу. Так, дальше. Вот такая книга «Простые опыты». По физике, вот, про всякие опыты, вот, вот, вот еще такая книга. Дальше у меня «Волшебные миры» Дмитрия Йенца, вот, это первая часть, да. Да, первая часть, да, вот, и тут вот так вот, как обычно. Дальше такая вот книга «Монстры», тут рассказы про всяких монстров. Вот. Это единорог. Какие-то египтяне. А, дальше. Роман. Какой роман? Это Екатерина. Екатерина Вильмонт. Вот и тут роман. Описывается. И тут такой козлик. Или что это? Да, козлик. Дальше Тани Гроттер. И что-то там. Магический контрапас. Тут такая вот карта. Контрабаса. Ну, это сам текст. Дальше страшилки. Но у меня есть еще страшнее книга, но я покажу ее попозже. Вот. Опять роман. Вот роман. Тоже от Екатерины Вильмонт. Вот такой ужастик. Написано ужастики. Вот. И тут написано РЛ Стейн Прилив. Вот. И самая страшная книга. Это большая книга ужасов. Она мне так понравилась. Завтра я буду читать ее в школе. Такая книга, и тут такие. Вот. Всякие морды, всякие страшные эти. Очень классная книга. Я еще не начинала читать, но буду читать. Вот. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и канал Наташи. Пока.